Группа помощи животным «Хочу домой» преимущественно работает в Хотьково. Подбирают животных, при необходимости лечат, ищут новых владельцев. Клиника «Элвет» оказывает группе ветеринарную помощь. Вы мои хаёси! Ой, какие дети! Ой, правда, что хороши? Шесть, двести сорок. Пошли. Сегодня на приеме 4 подрощенных щенка. Они могли погибнуть в самом начале жизни, но на их пути встретились несколько неравнодушных людей. Женщина пошла за грибами и случайно в луже обнаружила малышей. То есть изначально услышала писк, подошла, в луже лежали несколько малышей, были еще слепые. То есть малышей привезли специально в лес, выкинули, или решили утопить, или просто оставить, чтобы они умерли. А женщина приехала домой, первым делом сообщила об этом близким. То есть и Анна, и Роман, это ребята, у которых находятся эти щенки, которых их вырастили, вот, они сразу поехали в лес, забрали этих малышей, привезли к себе. Выкармливали с младенчества, щенки были совсем слепые, выкармливали из бутылочки специальным молоком, то есть покупали специальное молоко, заменитель сучьего молока, выкармливали, и вот выросли такие малыши. После взвешивания профилактический осмотр животных. Они не проявляют беспокойства или агрессии. А это говорит о том, что им посчастливилось попасть в добрые, заботливые руки волонтеров группы помощи животным «Хочу домой». Щеночки выращены идеально. Хотят переехать, найти своих мам и пап. Здоровые, осмотрены сегодня, здоровы. Сегодня мы проводим витаминотерапию, прогоняем глистов. Суспензия. Она сладкая. Давай еще двоих. Каждому малышу дали препарат. Никаких отклонений от нормы в развитии не выявлено. Щенки психически очень устойчивы. То есть это видно, психика отличная. Они здоровы. Развиты по возрасту, даже более чем хорошо выращены. А сегодня была проведена дегельминтизация, мы прогнали глистов. Через 10 дней мы ждем их на вакцинацию, на первую прививочку. Вот. И будем надеяться, что придут они уже с новыми хозяевами. Если вы чувствуете в себе силы стать хорошим хозяином одному из этих щенков, а среди них 3 девочки и 1 мальчик, звоните по телефону, указанному на экране. Также информацию можно получить на страничке группы «Хочу домой» в соцсетях. Щенки очень контактные, щенки идут к человеку хорошо, то есть они доверять начали уже. Очень хорошо территорию охраняют, как объяснили нам ребята, лают, то есть издают звуки, реагируют на посторонние звуки. Скорее всего, это будут щенки средней породы, ну, размером с овчарку, не больше точно. Вот. Желательно, конечно, в частный дом, в вольер, но не на цепь. Вот. На цепи, то есть в круглую зиму, я думаю, что на улице им будет немножко сложно, потому что шерсть хоть и плотная, но не такая длинная. Здоровья вам и вашим питомцам желает клиника «Элвет». Лечебница расположена в Хотькове, на улице Седина, 8. Работает круглосуточно и без выходных. Собственная лаборатория позволяет быстро сделать анализ крови. УЗИ-диагностика также способствует постановке точного диагноза. В арсенале врачей специально оборудованный автомобиль для выезда на дом.